так нормально. Купил. Паста. Раз-два. Вот там, наверное, 16-й. 14-й, 15-й, вот последний. Так, первое, второе место. Вот это. Так. Я
15-й ряд, 12-е место, да? Да, 17-й, 12-й. Там, вот там.
Девочки, у вас 16-й ряд? Вот последний, да. Вот, значит, мы все надо на этом. Что там вот есть какие-то в конце места свободные. Вон там в конце есть. Девочки, у вас какие места тут? Десятая? А четвертая туда? Там и наоборот туда. Праздник крещения или Богоявления Господня, которое
отмечаются сегодня, 19 января, и завершались зимние праздники, завершался период свят, самое волшебное, удивительное, прекрасное, необыкновенное время года. Именно сегодня, на исходе зимних праздников, в камерном зале Новосибирской филармонии вашему вниманию будет представлена программа под названием «Земное небесное». Вся наша жизнь строится на взаимодействии и взаимопроникновении земного и небесного. Мы идем, мы стремимся к небу, мы стараемся быть лучше, чище, добрее, справедливее, светлее. Мы смотрим в небо с надеждой. И особенно эта связь земного и небесного очень хорошо проявляется в праздники, в том числе в святочные дни, когда казалось бы, что грань между земным и небесным очень тонкая и прозрачная. И вместе с праздниками в нашу жизнь приходит свет, который озаряет все вокруг, как свет путеводной рождественской звезды, как это привел вертеп к новорожденному Богомладенцу Христу волхвов с дарами. Рождество Христово – один из главных, любимых, прекрасных, светлых, нежных, трепетных праздников году. Среди церковных праздников еще таким же нежным, светлым, трепетным праздником является Благовещение. Богородица Дева, радуйся в русской традиции. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою в католической. Именно с этими словами Ангел Гавриил пришел к Деве Марии и возвестил ей о том, что она ждет сына, который станет спасителем мира. Эта идея настолько поразила деятелей искусства, писателей, поэтов, художников, музыкантов, что Ава Мария стала одной из вечных тем в искусстве. Достаточно вспомнить Мадонны, Леонардо да Винчи, Тициана, Микеланджело, Рафаэля, Магнификаты, Баха, Пустеходы, Ава Мария, Палестрина, Шуберта, Листа, Верди, Гуно, Маскани и многих-многих других. И все эти произведения сочетают в себе необыкновенную красоту, любовь, целомудрие и совершенство. Иоганн Себастьян Бах, Ален Бреве, исполняет Наталья Вагинская. Thank you.
концерта «Две Авы Марии». Эти произведения остались в истории под двойным авторством Баха и Гуно. Исполняют Яна Мамонова, Станислав Овчинников и Наталья Богинская.
Thank you.
вам. Большую часть своей жизни выдающийся немецкий композитор был церковным органистом. Его музыка звучала в старинных соборах, она сопровождала церковное богослужение, и современники Баха, слушая эту музыку, мысленно обращались к Богу. Каялись, просили помощи, совета, заступления, славили и благодарили Бога. В программе сегодняшнего концерта в основном будет звучать западноевропейская духовная музыка. Вы услышите молитвы на разных языках. Но на каком бы языке вы не обращались к Богу, мы просим об одном – о мире, благополучии, о здравии разных и близких. Мы просим благ земных и небесных. Макс Брук, Кол Нидры. Thank you.